А помнили ли вы, мои дорогие, что в персидской классической поэзии традиционно женщины очень любили сравнивать с ланью, с ее трепетностью и грациозностью? И сейчас на нашу прошедшую полянку выскочит сразу две трепетные газели. Елена Рифак и ее ученица Светлана Михеева. Данс де люкс. Я газели, моя газель, осторожно, не испугните. Thank you.